даче. Энгрики на 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 даче. Оле, 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 оле. Тут большой дуб. Там большая ель. Вот там красивые цветы. Приезжай на дачу к Энгрикам скорей. Ну все, давайте уже скорее кушать. Мы уже проснулись давно и вас ждем. Хорошо, Бом, посмотри, пожалуйста, что у нас есть. А у нас ничего нет, мы же все съели на пикнике. И что же нам теперь делать? Поедем в магазин. А этот магазин далеко, очень далеко. Через шоссе надо проехать большое. Ну, примерно 5 километров. А, ну это недалеко. Тогда поехали. Хорошо, поехали. Ред, только не забудь взять деньги. Хорошо. Чак, может, ты нас подвезешь? Да, конечно, я вас подвезу. Садитесь. Синий, поехали с нами. Хорошо, мы уже бежим. Я просто не услышала, что вы именно хотели. О, я знаю кое-что. Нам надо отгадывать песни по первому слову. С какой начнем? А я сам уже и придумал. Давайте. Едем. Ура! Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража у нас папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Ой, кажется, я не взял деньги. Поехали обратно. Эх, что ж ты сразу, Тарет, не сказал? Поехали. Ой, Бомба, ты уже тут? А где ты был? А, я выпал с велосипеда. Поехали обратно. Эх, поехали. Энгрики, а, я знаю. Энгрики на даче. Энгрики на даче. Энгрики на даче, энгрики на даче, энгрики на даче. Энгрики на даче, энгрики на даче, оле, 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 оле. Тут большой дуб, там большая ель, вон там красивые цветы. Приезжай на дачу к Энгрикам скорей. Ред, а посмотри, пожалуйста, еще раз, взял ли ты деньги или нет? А то вдруг ты взял и просто не заметил их. Хорошо, сейчас посмотрю. Нашел, нашел. Поехали обратно в магазин. Эх, разворачиваемся, поехали. Все, приехали. Высаживайтесь, пойдем в магазин. Ага. Здравствуйте. А сколько стоит вместе все, ну, вместе смородина, яблоки и еловые шишки? 800 рублей. Вот. Вон. Ага, забирайте. Вот это да. У нас никогда еще не было такого сытного завтрака. Эх, как же все-таки хорошо, что мы съездили в магазин не 2 раза, а 4. И какая же это все-таки вкуснятина. Ням, ням, ням.